За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Может почти достал. Будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Колесо.
Отлично! К самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Вершина, но близко. Стой! Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди! Я знаю, как это работает. Смотри. Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Назад! Лезь в тоннель. Понял. Осторожно. Испытание. Наверное, гномы прорубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно. Лучше помолчи. Там увидимся. Еще один подъемник. Глядишь до вершины, доберемся быстро. Доберемся до вершины. Далеко оттуда будет видно. Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел.
Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Мы на месте? Нет, мы застряли. Сколько еще подниматься? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто. Спокойно, мальчик! Держись за мной! Вот так! Я рядом! Леонка! Thank you.
Вот это битва. Стой. Ого, что это? Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. О, да, ты слышишь? Там кто-то кричит. Стой, сын! Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Эй, урод! Я здесь! Ты живой? Ребята!
знаем, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Мне все равно! Будь готов! Но драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы Самелы. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. Спасибо. Так, ладно, погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любец? Нет. А еще, что мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Смотри, где хват... О, не ладно. Что за мерзость? Что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына.
Сделай милость. Атрей, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там! Ого! Вот так, а вы не верили. Я добавил волокнам тетивы способность вибрировать по-особому. Если стрела попадет в застывшую смолу, возникнет резонанс, и смола разрушится. Это как? Некоторые... О, я смотрю, ты и сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Да. Сегодня я художник. Плохого не посоветую. И куда бросать? Это важно. Я еще почистил подарок. А то это кровище. Увидимся! Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю. Просто здорово быть сильным, понимаешь? Да. Понимаю. Застрял. Может, тут поблизости найдется другой кристалл? Трума!
Вот и он. Мне его разбить? А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу, но он все равно светится. Как-то опустить этот мост. Наверняка по нему мы выйдем отсюда. Смотри, тут еще. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Один пронзает его копьем? Что это? Никогда не надоест взрывать штуки. Стало холоднее.
Наверное, мы почти на вершине. Смотри. Слушаюсь. Интересно. Уже скоро, мам. Смотри, вершина! Мы совсем рядом! Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой! Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно, гляди под ноги. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Больная тема. Ну что, вкусно ли ты ел? Ты знаешь, зачем? Наша прошлая встреча не развязала тебе язык? Тот человек, что приходил к нашему дому. Ты же вроде убил его. Шш. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что? До сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну, а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить.
Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай. Так и будет, правда? А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А? А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя — Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад.
Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли. Как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Биврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? Mm-hmm. В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат, сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Затерянный мир великанов. Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал.
ума сойти! К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним сразился и победил! Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Своих? Ну, я про твою семью. Для меня и мама. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Жрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб. Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? Ну, показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну и что вам еще надо, а? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряпать. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку! Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Эй, где твоя тягловая скотина? В каком смысле где? Я ее съел и даже высрать уже успел. Как ты мог так поступить? А че, у нее молоко кончилось. Она же твой друг. Значит, порадуется, что я сыт. Слышь, парень, ну нельзя быть таким сопливым рохлей. Это никого не доводит до добра. Все, я за работу. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе... Сюда. Я рядом. Как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку.